Голова пошла кругом в буквальном смысле слова. Голова кружится, подташнивает, но, видимо, это от самого процесса. Так, публикую ссылку, скопировать ссылку. Так, вот. Осталось только ссылку публиковать. Я понятия не имею, что сейчас буду делать, потому что давненько начинаю звонить на Лохита. Ну, на Лохита есть, конечно. Здравствуйте, дорогой друг, пишет вам тоже здравствуйте. Лохита есть специалисты, я уверен, по WordPress, но как-то мне бы хотелось самому наконец-то разобраться. WordPress — это такое, помню еще Joomla. Да. Joomla. Угорание по PHP. Книжечку Энди Харриса. PHP. Кстати, можно ее взять сейчас. Да нет, слишком толсто будет. Я, насколько знаю, PHP сильно изменился с четвертой версии, как я слышал. Так, ну что, вот у нас терминал. Вот у нас, собственно, внучаев.ru. Сейчас мы какой-нибудь возьмем браузер. Так, сейчас. Значит, внучаев.ру. Вот у нас, значит, здесь главная страница. И мы грузим WordPress. Вот что я не успел, это загрузить WordPress. Насколько я помню, вот что-то так оно как-то там делалось. Так, get WordPress. WordPress 6.4.2. Копировать ссылку, cd, какой-то путь там, var 3w, да, cd внучаев.ru, ой, wget latest, да, скорости скачивания офигенные. Вроде бы скачалось. Ну и что? Типа мы удаляем индекс и unzip делаем. Только, по-моему, ну да. apt install unzip. Только что-то я помню, там он в подкаталоге его распакует, так как его потом перенести, это я не умею, это я чайник. Так, а как же unzip? Ну никак, короче, придется что-то как-то думать. Угу, да, это оно. Ну, как я и говорил, появился каталог WordPress. Ну, типа, наверное, MV, WordPress. Так. Так. Да. Ну, наверное, так. RMD. И RM это latest zip. Так, теперь, значит, должна быть установка этого всего дела. Да, смотрите-ка, работает. Неужели? Ну, let's go. Окей. Ну, я базу данных так и назвал WordPress. Юзернейм тоже. Пароль у нас. Так, сейчас. Гениальные пароли. Localhost, table prefix. Пусть будет RA. Unable to write wp-config-php file. Черт. Это все потому, что владельцем этого
Чоун или что там писать? Чоун Nginx, что ли, или www.data. Так. Ну-ка попробуем еще раз. Ясно, ясно. Так, let's go. Era. Database server couldn't be connected to which means your username and password is okay, but the database could not be selected, да? Database name, WordPress. А, я вообще его не выбрал. Черт, а? Ерунда. Незаполненное поле, он говорит, что поле не заполнено. Да, интересно. А еще, смотрите, масштаб не меняется нифига. Что за ерунда? Ну, и... Кнопка не нажимается. Ни хрена не работает. All right, Sparky, you've made it through this part. Side title. Шкала шоп. Нет, какое-то название не очень. Нейминг же для нас очень важен. Шопополис. Шкала шопис. Да, нормально. Мне это больше нравится. Username, значит, конечно. Password. Ну, hide. Ой-ой-ой. Так, ну, хоть тут. Ну, hide. Так. Medium. Ну, email у нас простой. Search Engine Visibility. Конечно, discourage. Так, никогда. Already installed. You appear to have already installed WordPress. To reinstall, please clear. Ну, reinstall, это мы много раз будем делать, я уверен. Log in. Так, username. А username же у меня другой был. Чё он вообще, я не понимаю. Так. Нучаев, remember me. Логин. Ждем, 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 ждем. Меня уже хакнули, наверное. Так, Нучаев.ру. И, господи, как долго-то все происходит. Или оно не работает? Да, оно не работает. Connection timeout. А что с ним случилось? И тут что-то все... Меня, наверное, уже взломали. Не успели, скорее всего, взломать. Так, что мне пишут? Ничего. Ну, Чаев, ты когда уже купишь мой опенсорсный инструмент чатик на Расте? А я для кого его писал? Спарки, это он тебя с самого знакомства начал псом называть. Может, разберешься для начала, как настроить, чтобы чат отображался на стриме? Ты корзину очищаешь когда-нибудь? Давай лучше Битрикс. Ну нет, Битрикс это слишком, наверное. Битрикс это слишком, наверное, даже для меня. Так. Да разберусь сейчас с этим стримочатиком когда-нибудь. У меня вот только вот с этим бы разобраться, что случилось. Может, деньги закончились? Они удалили сервер. Как? Как? Так. Они удалили сервер. Просто его теперь нет. Твари. Блин. Знаете почему? Потому что там денег нет на счету. Ха-ха-ха. Только вот еще не пополняли баланс, блин, в прямом эфире. Ну, ёшкин кот. Мрази. Кто так делает? Кто так, блин, делает?
Ну-ка, я сейчас проверю техподдержку. Меня там, блин, привязан же был IP-адрес к доменному имени. Будем сейчас звонить в поддержку. Прикиньте, прям сервер удалился. Сейчас. Upcloud. Провайдер облачной инфраструктуры для вашего бизнеса. Если у вас вопрос по финансам, документам, партнерским программам, нажмите 1. Консультация по текущим сервисам, нажмите 2. Подключение новых услуг, нажмите 3. Повтор меню, нажмите 0. Или оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Ну да. К сожалению, сейчас все операторы заняты. Да ну. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок первый в очереди. До ответа оператора осталось около 1 минуты. Ну как так, а? Ну это вообще, это... Как может быть? Здравствуйте, компания «Трайклад», меня зовут Михаил, чем могу помочь? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая ситуация, у меня сервер пропал из личного кабинета, я не заметил, что у меня ноль на балансе, создал сервер, все там настраивал, привязал его к доменному имени, я сейчас захожу, а в разделе «Облачный сервер» вообще его нет. Понял. А можете подсказать логин аккаунта или сразу IP сервера? Да, 147.45.106.40. Еще раз, 147.45.106.40. Да, все верно. Сервера с таким IP не наблюдаю, его не существует. А логин аккаунта подскажите? Логин аккаунта... У меня есть вот это вот CY68395. Он был только что. Только что вот я там настраивал его. Тогда сейчас проверю, что произошло, и вернусь пару минут буквально. Да, хорошо. Коллизия. Офигенно. Я пока... да, нунчики, вот так вот бывает. А вы говорите Хетцнер. А мы пока пополним счет. Да, не думал я, что с этого мы начинать будем. Плохая это примета, плохая, очень плохая. Так я скажу вам. Да. Ну, вообще это странно, потому что у вас аккаунт заблокирован еще 3 декабря из-за отсутствия, соответственно, средств. Сервер просто не мог начать создание. По какой причине он создался, сложно сказать. Соответственно, как только прошел час, сервер удалился. Сейчас его, к сожалению, нельзя восстановить. В данной ситуации, ну, вот вижу, вы только что пополнили баланс, требуется создать новый сервер. Угу. То есть никак его восстановить, это такое просто, что баланс ноль, он создается, но потом удаляется, да? То есть он не говорит, что пополните баланс, он будет удален. Это демо, что ли, какое-то, что это глюк, сбой, что это было? В
Скорее всего, это баг, потому что у нас, ну, условно, когда баланс ноль, средств недостаточно, то аккаунт в целом блокируется, и создание серверов недоступно. При создании вас должно было перенаправить как раз-таки на страницу оплаты, где вы могли бы внести средства. Ну, и сейчас, по какой причине сервер в целом создался, ну, вот невозможно выяснить. Я передам разработчикам, чтобы дополнительно проверили, но вот... В целом сейчас сервер удален полностью. У него удален IP-адрес, и полностью он удален с нашей ноды. Понятно. Ну, вы знаете... В целом, если на балансе аккаунта недостаточно средств, он блокируется, и в основном все услуги через 7 дней удаляются. Понятно. Вот дело в том, что, понимаете, такая ситуация получилась, что я популярный стример, я как раз в прямом эфире буквально это делал, и вот сейчас и IP-адрес есть, и, не знаю, столько зрителей все это видели, я просто даже не знаю, может как-то это может повлиять. Ну, если вы говорите, что средства удалены полностью, ой, не средства, господи, данные удалены. Я просто забыл, что у меня этот аккаунт, на нем не пополнен был баланс, даже не обратил внимания. Да вообще даже не знаю, что произошло. Ну ладно, раз уж такое дело, просто тут вот все записано, и в видео есть запись, в общем, этого процесса, бага. Если разработчикам будет это как-то полезно, так скажем, просто даже не знаю. Такая оплошность, ужас. Ну ладно, хорошо, до свидания. Ну, вообще, да, я согласен, это странно, но у нас такого в целом никогда не происходит. Здесь что-то странное произошло. Да, сейчас вот я даже посмотрю, да, еще раз все проверим. Так, так, так. Да, очень много зрителей было. Ну ладно, ничего страшного, до свидания. Надеюсь, что все вы поправите там. Да, я передам разработчикам, мы, конечно, проверим, что произошло. Да, ужас, ужас, спасибо. Вот, а вы мне не верите. Вот если бы это не происходило все в прямом эфире, вы бы мне не поверили, да? Ну, популярный стример тут написали, ну, ЧСВ. Нет, это не ЧСВ, это просто карма у меня такая. Вот, вот не поверили же бы вы, да? Да? Это же не... Это тайм... тайм... Как его? Тайм Клауд, или как он называется? Тайм Веб Клауд. Нихухры-мухры. Очень много зрителей, конечно. Какая хорошая поддержка. Не стала гелить... Или заговаривать зубы, прямо сказал, что это баг. Внучаева прорвало бессвязной шизофазии в ответ. Блин, я не знаю. За час очень много можно было что сделать. Может, я не знаю, там я успел докеры развернуть и запустить все. Ну ладно. Популярный стример, создатель легендарного Школополиса. Ну, конечно. Это не баг, это проклятие. Да, вот я сейчас сижу, надо мной облачко и дождик льет. Знаете, как в мультиках. Это актер купленный, ты своему другу звонил. Да, конечно. Другу звонил. Ну, бесполезно, наверное, тут... сейчас я посмотрю, история операции есть ли какая-то. Вот я могу личный кабинет показать. Пользователи, баланс, платежи, документы. Да ладно, бог с ним, надо заново начинать, действительно. Только единственное... Ну, у них даже нету никакого лога, что было создано, чтобы, ну, подтвердить вам. Ладно, фиг с ним. Не поверили бы, я и до сих пор не верю. Да ё-моё, как ты не веришь? Не знаю, что показать-то тогда? Уведомление. Так, сейчас уведомление. Время доставки, номер телефона, мониторинг, SSL, сертификаты, информация. Так, сейчас я тебе покажу анончик. А, ну, в принципе, если говорят, что я другу звонил, ну, может. Вот, сервер создан и готов к работе. Так, где это? Ничего я тут не пропалю. Вот. Смотрите. Сегодня в 22.14. Сервер создан и готов к работе. Установили сервер. Пароль. Вот реклама у меня замечательная. Вот. А потом, как вы видите, connection closed. И все долбанулось. Прям в процессе. Ладно, хрен с ними. Так.
Пять зрителей, ты популярен? Нет, ты балабол. Да, ну, блин, звони и расскажи, где смотреть. Донатов требует оператора. Да, конечно, просто ты пытался счетерить и вкатываться не с полного нуля, получил принудительный ресет. Ой, блин. Ссылку на эфир пришли, много зрителей. 2000 баксов за пиар по Раши. Так это такой пиар, что не 1000 баксов. Я не знаю, что это анти-пиар. Да. Ладно. А мой счет кто пополнит? Пополнил, проверяй. Ой, получше, чем Натан кринж генерирует. Так, офигенный контент. Мы сейчас полчаса будем слушать разговоры с техподдержкой. Потом искать новый хостинг. Ладно, все. Тут вместо эфира звонки в техподдержку решение своих вопросиков. От уровня палева во мне трясется мычальник. Хетцнер вроде не арбузу устойчивый. Ты уверен, что твоя ЖП в безопасности? Произошел мычальник в прямом эфире. Так. Что произошло? Деньги кончились, виртуалка автоматически удаляется. Че гадать? Ну, блин, это такой сервис, что удаляется. Ладно, традиция Лохита звонить Лохита приняла неожиданный оборот. Классика во всех смыслах. Деньги на сервер, пишет мне Фагет, у тебя, значит, есть, хотя все это можно делать на локалхосте, а заплатить за струма чатик ты, значит, не хочешь, хотя тебе уже лет 5 говорят сделать чатик в видео. На локалхосте это хорошая идея, кстати, но не очень. Мы чайник, тут тебе статью принесли, но все, пошел дудос, ваш звонок очень важен для жирных тролляки, для вашего бизнеса, какой у тебя бизнес, Сереж, не знаю, подсказка новичкам, чтобы сервер не удалили, сервер должен быть self-hosted. А, вроде у всех хостеров уже давно онлайн-поддержка существует, зачем звонить? А я старый хрен. Звонки на Лохита выходят на новый уровень, все спят уже, поди, 11 часов. Сережа, кто так делает? Кто пользуется самым дешевым тарифом за копейки? Ну, Чаев, тебе в инфо-цыгане, это даже для ПХП слишком лошара. Что за дурная привычка каждый раз, уходя в затвор, удалять все? Ты же прекрасно знаешь, что вернешься сюда снова. Так, ладно. А было бы эпично, если бы это оператор колл-центра, насказанное Сережей в популярном стримере, сказал: «Здравствуй, Внучаев, это я твой верный зритель». Алло, это я тот самый Внучаев, суперзвезда анонимных интернетов. Так, ладно. Ноунейм тем временем пишет, чтобы вы разбудили, когда меня забанят, придет и покекает. Ладно. Это все очень печально, но правильно. Ресетнули, так ресетнули. Для нас это, для меня, очередной челлендж. Просто еще один челлендж. Будем создавать заново. Выбираем тариф, локации: Польша, Казахстан, Китай. Жаль, что нельзя разместить в Китае, было бы забавно. Так, ну, если у них серверы хостятся в Китае, то не мудрено, что в любой момент они просто могут выключиться. Да. Надеюсь, теперь его не отключат. Ну вот, блин, ну что вот это теперь? Вот это вот NS-записи будут обновляться, все это. Действительно можно делать на локалхосте. Но у меня же Windows. Я же хотел по-человечески, по-христиански. Ну. Хотя вот я помню, в школе работал VAMP, или как он там, XAMPP назывался. Вроде работал какое-то время. Ну, там интернет-дневник на нем работает, вообще-то, региональный. Там раздали всем школам дистрибутив, установщик. Там устанавливается Nginx, MySQL. Все там работает. Так, в общем, сервер есть. Не знаю, что там есть или нет. Нет, все еще создается, твари. Твари. Они мне сорвали стрим. Сервер выключил. Да что за ерунда? Это крупнейший был эфир. Эфир века. Тысячи зрителей. Тысячи. Десятки и сотни тысяч зрителей. Смотрели это вот позорище от отечественного хостинг-провайдера. Так всегда. Удалить сервер — это вообще... Мы восстановить не можем. Permission теперь denied. Да блин.
Ну и что мне вот сейчас вот суда пользователя создавать, да, вот это вот все. Создавать пользователя, добавлять его в группу АГ, или как там пишется это. В группу суда. Не буду я ничего добавлять. Apt-upgrade. MB нафиг, все. Блин. Такими темпами сегодня только я не знаю, что сделаем. Установим, блин, всю эту мудню. Да ну нафиг. Может выпилиться из эфира. Перестать позориться. Да я не понимаю. У меня еще почему-то история не записывается в браузере. Козуль. Все, я пошел. Ладно, это была шутка. Apt install nginx. Так, ну что там сообщения? Я не понимаю, ну были бы сообщения на экране, и что? Домен имя привязал к новому IP или внучаев RufSEO привязал. Так, а какой пароль? Сергей, у меня есть один школьник, он сейчас как раз изучает PHP и делает свою борду. Будет коллаборация? Ну, тащи его сюда, только у меня же не борда, у меня магазин. Внучаев also пропиарю парашу ruvds.com. Насколько помню, у них даже есть тестовый период в 3 дня, и тарифы дешевые. Ну, это у них тоже дешевые. Xamp, Nginx. Да, там не Xamp был, конечно. Там не Nginx был. Xamp, там Apache был, правильно. Так, install MySQL сервер. Так. Так. Я не понимаю. Все против меня. Было бы... А, ну да, все это я читал. Ну какой MySQL сервер? Где Postgres? Ну, не православно же WordPress, но Postgres. Понимаешь? Как раз на NFM приходим за готовым десятилетиями. Сейчас будешь миллион лет ставить, настраивать Fast CGI. А вот и нет. Вызов принят. Не буду я ничего настраивать миллион лет. Так. Secure Constellation. Yes. Medium. Yes. 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 Так, идем дальше. Дальше фигня какая-то. Ну что, создадим. Создадим. Так. Что мы создаем вообще? Create database WordPress. Ужас. Это ужас. Приходится заниматься иникейшеной какой-то. Иденти...
Identified with Alien. Ну, давайте пароль, что ли, напишем. А я вот что-нибудь сделаю с этим паролем? Что-нибудь кто-нибудь сможет сделать, имея этот пароль? Как вы думаете? Ну, ладно, я на всякий случай беру. Так, я не понимаю, что происходит. Что-то... Так, сейчас. Угу. А, не, я же забыл еще там. Там же надо еще теперь этому юзеру, которого я создал, WordPress. Так, что ли? Ай, блин. Да ё-моё, почему здесь собака? Здесь же должна быть звездочка. Все, уходим отсюда. О, боже мой, боже мой. Напомню, что, подождите. Нучаев — это минимум, это база. Успешный, популярный стример. Что? Ночные черви — более рейтинговая программа, чем бесконечный Школополис. Чатик сделает твои стримы и эфир менее убищным, особенно с тем, как ты читаешь сообщения. Серж, PHP — это долго, давай лучше Lisp и Clog. Сергей, если серьезно, почему ты пытаешься делать серьезные вещи, вести какую-то коммерческую деятельность, но при этом позиционируешь себя как клоун, жалкий тип, зачем? Хоть канал оформи, говори бодрее и все такое. Напомню, что прошло полчаса эфира, а мы только запустили сервер. И Сережа, уже я не понимаю, что происходит, что-то там где-то забыл. Я, наверное, тоже спать. Думаю, часам к 6 создадим пустую страницу. Да я не виноват. Это эти козлы. У меня все было на мази уже. Все работало. Понимаете? Все уже было настроено. GDX был настроен. Все было установлено, сертификаты и пишеньки прописаны. Твари, мрази. Так, я тем временем не помню, я что уже установил, а что нет. Да, я понимаю, сервис. Такой тестовый период. Час. Козлы. Только-только все запустили, блин. Им все. Хлобысть. МКДИР. Что там у нас? Я сразу тогда это пропишу. А толку-то unzip все равно от того пользователя будет делать. Ладно, это потом тогда. Ладно, тогда мы пишем тут этот Nginx sites available начару. Так, ну тут, наверное, можно скопировать тут. Перепечатывать же это, я понимаю.
Так, в серверные. Ай. Индекс, 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 индекс. Так. Так, это я тоже не буду. Ссылку делаем, сайт делаем доступным. Дефолт, наверное. Да, надо выключить. Так, это unlink. Так. Да ёпрасте. Долбанный сердбот теперь надо устанавливать. На IP старое еще, видать. А, нет. IP новый. А что не так? А у меня, наверное, старый. Нет, тоже новый. А, ну, connection refused. Connection refused. Почему? Service Nginx reload. Не работает. Ну, не работает, наверное, потому что там ничего нет. Как вы думаете? Наверное, да? 3w var 3w.html. Нет, не из-за этого. Блин, а из-за чего? Warlogs Ginks. Warlog. Ну, Forbidden как раз потому, что я ему владельца не сменил. Видимо, да? Ну, типа, что его перезапускать? Он не работает. Да, слишком это все тупо. И вот я не хотел это делать, но, видимо, судьба такая. Вообще не хотелось этим всем заниматься. Не те были планы сегодня. Все, кобзда. Надо идти. А, что, заработало, что ли? Ну ладно. Видимо, придется делать дальше.
А чё, я закрыл терминал? Вот блин, а. Ну, будем дальше делать. У тебя кэш DNS и кэш страниц. Пиши айпишник в браузер новый. А, угу. Чё он R? Ну, R это рекурсивно. У меня же там один файл вроде. Позиционирует себя как клоун от концепции публичного унижения. Пытается копировать Романа Михайлова. Ну уж, конечно, да. Установил Nginx Location HT. Чё? Нет никакого пробного периода час. Ноунейм-то что? Никакого пробного периода час нет. Ах, где тот Сережа 2012-го, которого я помню, время никого не щадит. А что там было в 2012-м? Я правильно понимаю, что ты позвонил им в поддержку, как-то пошутил, а они удалили сервер. Никакого там пробного периода нет. Он уже русским языком сказал, это баг. Он говорит, когда денег на счету нет, ты не можешь сервер создавать. Что за хостер? Time Web Cloud. Time Web. Есть такой хостинг, а это их VDS. Так, ладно, итого, что там у нас еще? База есть. ХП вроде бы есть. Ну, типа все, что ли? А, сердбота я хотел установить. Сейчас. Сейчас, чтобы это не перепечатывать все. Ой, блин. Лучше бы реально докер сразу сделал. А у меня же... Нет, у меня есть он. Что? Понятно. Я же Дэнни написал. Ну на. Тебе имейл. Ну, типа работает. Все, погнали. WordPress. Идем WordPress устанавливать. CD var. Так хорошо все начиналось-то, а? Устанавливаем unzip. Распаковываем.
В WordPress. Вм WordPress. Latest. Ну что, должно работать, типа, да? Так, let's go. WordPress. RA. Сейчас опять удалят. Спарки. Шкалашопис, нормальное название, мне нравится. Password strong. Да, не нужно. Success. Ура! Еще он не работает, тварь. Так, ну-ка. О, замечательно. Наконец-то есть бложик. Все, можно заканчивать эфир. Все. Ну да, потому что не в WordPress. Блин. Чё они с ними сделали, а? Плагины. Новая версия. Кисмет. Hello, Dolly. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Мама моя дорогая. Что это? Я тут давно не был. 100 лет. Так. Ладно. Сейчас будем ставить темы, плагины. Это все не то. Какой у тебя пароль от рута? Да это кэш. Выбивай айпишник, новый браузер. Так, это я уже читал. Все. Пора идти. Дальше я имел в виду. А вы что подумали? Так, где там эта премиум тема? Может быть, вы тоже создавали когда-нибудь интернет-магазин? Пытались, в смысле. Так, секунду, секунду. Так. Блин. Ой. Сейчас все будет. Просто мне нужно понять, что к чему. То есть мы идем в appearance, в темы. Добавляем новую тему. Сейчас, мне кажется, я сосну с PHP ими. Да. Mm-hmm.
Конечно. Где мне его искать? Где-то здесь. PM, PHP, PHP, FPM. PHP, Python. Ну, допустим, PHP. Восемь один. FPM. Nano, PHP, ini. Так, что там было-то? Max upload size. Что-то такое. Max. Так, а дальше? Ай! Я не помню, как дальше. Следующий результат поиска. Ctrl-W. Backwards, mb, а. Чё, m? А что значит mb? Ну ладно. Сергей, ваш же был домен perlgods.am. Почему внучаев.ru? Так это не этим был домен. Так, ладно. Output buffering. Input time, это не то. Execution time вроде было. Ладно. Меня задедосит сейчас. Ну где он был? Max upload. Что-то там. Вот он. Так. А вот как сервис этот называется? HPFPM 8.1. Так, что ли? Так. Блин. Не все, что ли, а? Да ё-моё. Почему я этим занимаюсь? Все же было нормально. Все было уже настроено. Интересно, вот люди, которые учатся этому по-нормальному, не так, как дебилы, я, они как это все изучают? Дают документацию, как словарь читал крокодил Гена.
PostgreSQL. Да. MySQL. Mail. DO. Бывает 3 даже. IMAP. Не, ну, хорош, надо уходить. Хорош, позориться. Max file uploads. Upload max file size. Вот это же было, ё-моё. Почему же я пост изменил? Пост... What it will allow HTTP file uploads. А чем это отличается? А как еще можно файлы загружать, если не пост с запросом? Я не понимаю. Maximum allowed size for uploaded files. Ладно, потом разбираться. Ну чё? Вообще это же... Блин, это не похоже на пост запрос. Непонятно что-то. Что это за запрос тогда? И то. Пост запрос. Чего он не позволяет? Чем мне нравится? Ерунда теперь, а? Вот же зараза, а? А цель эфира есть, есть только путь. Так, мы не разбираемся. Сергей, у вас же был домен. Так, это все я читал. Ничего никто не пишет. Так. Ну, вообще... Это пишет Nginx. Почему он не работает, тварь? Я не хочу спрашивать у чата GPT. Принципиально не хочу. Он меня достал. Reset file permissions. Да. Так, manually upload file, increase upload file size, modify the functions, access, modify nginx.conf. Nginx.conf, это интересно. На etc. Nginx.conf. Types hash max size. Все. Да. Позорище. Что-то. Да блин. Вот так всегда. Во-первых, действительно, наверное, нужно... Чем... 3W-дейты... R... 3W-дейты... Чмод... А какой? А, не знаю, фиксим.
там другая ошибка была бы. Все. Сегодня не мой день. Контакт, я хостинг провайдер. Да уж. Postmax size я изменял, upload max file size я изменял. Так, тем временем мне звонит в Телеграме, мне звонит кто бы вы думали. Так, сейчас я ему сам позвоню. Нет, не позвоню. Мне нет Телеграма на компьютере, блин. Max execution time я изменял. Upload max file size я изменял. Postmax file size тоже изменял. Defy functions PHP file. Никогда такого не было. И вот опять. Ладно, попробуем просто его ребутнуть. Да сейчас я зайду в Telegram. И этот, как тебя там... Сейчас, все, секунду. Я сейчас буду... Так, создать, установить, добавить аккаунт. Сейчас. Да ё-моё, всё не то, всё не так. Даже не знаю. Да-да. Алло, как меня слышно? Надеюсь, что нормально. А в эфире меня слышно, Ананечки? Да, должно быть. Он настроил кабеля? Я только немного себя эхо слышу, ну похуй. Я тут немножко больной, сильно уставший, но вот как-то... завороженный твоим эфиром, знаешь. Мне хочется тебе помочь, как-нибудь помочь. Может, не ты, стоит? Не. Ты чекал конфиг FPM? PHP INI? PHP INI – это конфиг PHP. Также FPM, который раннер, так скажем, PHP, который запускает... по какому-то фасты, короче, запускатор PHP, и он может переопределять некоторые настройки. А также у тебя в этой там появлении, чего у тебя вообще поднято, я не очень понял. Ну, что именно ты имеешь в виду? Так, открой какую-то статью, которая одна из последних была на экране. Там было страничка, там было кое-что интересное. Или ты открыл Телеграм и уронил монитор? Ой, нет, потому подожди. Потому что мы смотрим на черный экран. Да, сорян. Так, вообще я сейчас... этот, надо действительно файл изменить сейчас. Файл сейчас PHP info надо вывести, он вообще конфигурацию-то откуда берет? Он же пишет там, откуда он конфигурацию берет, правильно?
Типа того, тебе нужна страничка PHP Info или как-то да, так. Да, 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 да. Ну, вот, я и говорил. Вот в твоей поебени она уже есть? Ну, в смысле есть. Надо код сейчас исправить, главную страницу на эту фигню и все. Ну ладно, давай так. Вот, Анчики, еще где-то год назад я совсем не знал PHP. Вот из-за заказчика-пидораса, который мне дал только работу с PHP, я вот теперь его немного знаю. Но заказчик совсем опидорасился и больше на мои сообщения не отвечает. А вот был бы у нас Никитка-то Ветров, Никита Ветров, он бы пояснил за все это более профессионально. Блин. Сережа, заткнись. Да где этот код? Где код? Это не код. PHP Info. Сейчас я тебе дам код и страницы, Сережа. Действительно, смотрит на скриншот страницы, а где код? О, PHP Info просто. Она просто, оказывается, пишется PHP Info, это просто типа функция, понятно. Ну вот, вот. Так, что ты там менял, что ты пытался менять? Да так и написано, post max size 100, правильно, max upload, max input time 210, upload max file size 100 мегабайт, да, все было 100 выставлено. Ну, Фагет, у меня очень-очень большие финансовые трудности. Да, на оплачивать хостинг у тебя есть деньги, так что не заливай да, меня. Это у меня большие финансовые трудности. Меня... Так, Сережа, ты в конфиге Nginx что редактировал? В конфиге Nginx? Ну, там тоже редактировал, да. Что ты редактировал? Вот это вот. Нет, не это, нет это. Types hash max size. Types hash max size. А почему-то ты увидел первую опцию с каким-то размером и решил ее редактировать, да? Да. Ясно, Сережа. Так, тебе там подсказали, клиент max body size. А, там прописать его надо, ё-моё, да. Так, вот что меня в эфирах Внучаева всегда бесит больше всего, это не когда он тупостью трелит, а когда сообщения читает, в которых ему говорят, как починить. До прихода девочки собак на фоне слышно не было. Сережа, покорми девочку и собак. Фагет, скажи что-нибудь на PHP-шном. Так, by default Nginx has a upload limit of 1 MB per file. By editing client max body file size, you just... The file upload size, еще и фагетом троллить подключился. Зачем вы в PHP лезете? В статье явным образом написано, что менять. Да, это было в этой статье. Покажи, пожалуйста, VP-логин PHP в эдиторе. Я охуел с того, что Сережа открыл конфиг Nginx, увидел первое какое-то большое число, подумал, что это какой-то размер максимальных файлов. Его добавил два нолика, и все. И решил, что заработает сейчас. Все, я пошел. Куда ты пошел? А зачем ты приходил? Ну, ты сейчас выставишь мне счет. А я дышу наладом. Не, Сережа, я тебе выставлю счет, но тебе это как-то не мешает. Чего не мешает?
Так. И что писать? В байтах или в чем это вообще? По-моему, там можно указывать размеры. Ну, сколько тебе там надо? Ну, 100 м напиши. Ну, по-моему, вот это все теперь. И вот, Сережа, я пришел и помог тебе решить проблему. Ты так вслепую тыкался, прочитал, что какие все пидорасы, не виноват не ты, но вот пришел и помог тебе. И ты почему-то уже хочешь сваливать. Ну, как бы... Это же наоборот, ты что-то узнал, ты что-то починил. И вообще в веселом мире IT так, наверное, важно иметь у кого спросить что-то, потому что много всяких мелочей, от которых ты не знаешь, а кто-то, может, знает. Угу. Да ё-моё. Ну, знает, да. Блин, ну я... Да я знал уже это всё. Спасибо, анончики, конечно. Я потупил долго ещё, наверное. Так вот, анончики. Ну, Серёжа уже сказал, что не хочет мне платить за помощь. А за какой бы вы эфир по программированию мне бы задонатили? На какие темы? Сережа, чё молчим? Залилось, что все заработало? Да, наверное. Сейчас, подожди. Так, тут какие-то импорты. Сейчас, подожди. А, стой. Почему черный экран? Да, все. Так, что это за фигня? Это конструкторы разные? Элементар, фигентар. Так, давай. Импорт. Какие-то. Child theme, yeah. Логины. Слушай, а что в PHP этими стрелочками, это что, это атрибуты, что ли, или метода так пишутся? Какими стрелочками? Да там бред вообще, там синтаксис ужас какой-то. Так, мы бы донатили за сосание. Понятно, девочка, позвони рандомной школьнице Савиты и научи ее править конфиг Nginx по тутериалам Сусоева. Все это в эфире. Я дам тебе за это 200 рублей. Да. Не, я только могу провести эфир по программированию, а не по троллению рандомных людей. Я охуел с его диалога с техподдержкой. Почему? А ты не офигел вообще от ситуации, что они просто так взяли и удалили? Блять, у тебя не был оплачен сервер. Откуда я знал? Зачем они разрешили создать его? Это же жесть какая-то. Там даже не написано было, что это пробный, как у них нет такого. Это баг, реально баг. Шок, девочка рэкетир, выбивает деньги. Если бы я знал, за какой эфир донатили бы, я бы сам такие эфиры вести начал. Сережа, ты все еще дышишь на ладан, вроде с церковью давно завязал. Уйди, у меня осталось 8%, разболелась голова, твои тупости зубы скрипят. Фаги, это пробный период сейчас. И у меня трудности. Хочу программировать на WordPress, разрабатывать PHP. Давайте учиться вместе. Два вебмастера сидят, PHP пилят. Сейчас собака родит. Ну да.
Pages not installed. Grocery market demo installed. How we incur some errors. Понятно, блин. Ё-моё. Надо обратно переименовать. Ну, сначала надо же удалить. В общем, ладно, все, это была плохая идея. Надо продолжить осваивать Django. Это не то все. Да. Это ж. Это все какая-то штука для утфагов. Не таких, как я. Чего ты делал на WordPress? На WordPress ничего, на PHP я делал. У них legacy, куча legacy сервисов, связанных между собой. Нужно их обернуть в докер, нужно их докеризировать. Ну и кучу, и параллельно кучу багов пофиксить. Я его удалил, что ли, я не знаю. Var 3W Nuchaev ru index. Я, похоже, удалил индекс HTM. Индекс PHP. Да, я там его переименовывал. Я его переименовывал. Ладно. А, где же индекс PHP? Индекс underscore PHP. Где же он? LS tilde. А, ты думаешь, я там его закинул туда? Ой, да, блин. А как так получилось? Ну, блядь, найди строчку, где ты перемещал PHP. Посмотри, куда ты его перепистил. Mm-hmm. Посмотри, в какой директории ты находился, когда выполнял эту команду. Mm-hmm. А я думал, он в этот же каталог перемещает. А, он в рабочий перемещает. Ё-моё. Знаете, я вот только сегодня узнал, что когда выполняешь команду copy cp, оно меняет права владения файла на того пользователя, которым ты копируешь. Я вот только сегодня узнал это. Но оказывается, есть люди, которым куда сложнее, чем мне. Наверное. А кто это? Что, кто? Ну, люди, которым сложнее, чем тебе. Ну, люди, которые до сих пор не знают, как работают пути в Unix'ах. Относительные. Кто это? А, ты типа на меня намекаешь? Да не, я знаю. Я просто протупил. А что такое DOM document? DOM document. А хуй знает. Он что-то там не импортировал, короче говоря. Что он не импортировал? Ой, комментарии уже появились. Это очень здорово.
Elementor. Так, а что мне было нужно? Мне был нужен магазин WooCommerce. А он есть. Нету. Я только начинаю свой бизнес. Я не понимаю, он же должен был импортировать товары. Ладно. Так. Помогите Даше найти индекс PHP. Девочка, хватит специально теперь кружкой по столу. Ты его переместил, а не переименовал. Ты его переместил в домашнюю директорию с именем, да. Да, ты его удалил. Сережа, поищи заказчиков для девочки в прямом эфире. И кружку по столу, мы все слышим. Фагет, буду донатить за эфиры по 1С и Битрикс. Фагет, проведи эфир о создании динамических опередений на Ирланге. Сережа задонатит. Бы донатили. Так. И ни одного адекватного предложения. А, девочка, что за странные звуки ты даешь? Это нормальные звуки моей жизнедеятельности, которые вы сейчас слышите, потому что я вещаю не через OBS, в котором есть фильтры. В OBS есть фильтры звука? Я не знал. Нет, там все-таки должно импортироваться. Я не понимаю, почему не импортируется. Давай все-таки вот это сейчас. Я DOM document. Это что такое? Это же директива какая-то типа. Документ. Блин, долбанный Яндекс. Это какое-то дополнение. Get install XML. Или не дополнение, а как это называется в PHP? Extension. Нативный extension. Ну, дополнение, значит. Расширение. Нативный extension. Типа оно должно сработать теперь. Check again. Не знаю, автоматически добавится в конфиге или нет. Да. Ну да, так. Вот mods available. 1000 max input vars. Sales. Так, нам кто-то написал сообщение и перепутал раскладку. Так, что мы теперь пишем? Ну, импорт я хотел еще раз сделать. Next step. А что не так? Да ё-моё. Pages, widgets, homepage. Почему? Welcome.
Он, видимо, не установил какой-то плагин системный. Теперь это плагин этого, что у тебя там, Bittrex или что это? А, не PHP. WordPress, так что тут уже я тебе не помогу. Блин. StoreCore. Чего он не устанавливается, тварь? Inactive, activate. Активируй. Мальчики, подарите мне малинку. А может тут опять какие-то эти права? Права не те. Чмоды эти фигоды надо устанавливать. Чё он... Куда ты полез делать, что ты установил плагин? Для чего ты его устанавливал? Что попросил установить этот плагин? Он не установился. Разве? Да. А, я еще эту R не написал. Сейчас. Че он? Ну вот где он в истории? Он не скопировался. Это бунта? Угу. Просто заметил, что ты перезапускаешь сервер команды сервис, а не команды System CTL. А ничего. Что, это не то? То все то. Да ёпрасте. Ну что вот failed? Ну почему failed? Там же сначала написано, что failed, а потом, что successfully installed, нет? Да, ну это чушь какая-то, я не понимаю, что за штука это. Xtore Core, его, наверное, так можно установить. Подожди, отсюда... Плагины устанавливаются. Хрен. Я не пойму. Ничего не пойму. Вот ты видишь, там написано плашка премиум. Это не для тебя. Расскажи лучше, как у тебя там семья, собаки. Как собаки, что нового? Фаги, зачем тебе малина? Фаги, ты почему-то пропал на неделю. Спрашивал про пипы для питона. Наверняка новые задания заказчика выполнял. Нет, аутировал свой pet project. Понял, что я намного лучше Сережа программист. Нет, премиум-то тут должен работать. Вот. А, я спрашивал про пипы для питона, потому что, ну, я охуел от того, сколько там развелось package менеджеров, и непонятно, а какой из них нормальный и какой наиболее поддерживаемый и соответствует стандартам. Остановился на хаче. Вот я начал пользоваться хачом. Не, я не понимаю, что происходит.
Ведь сам WooCommerce, например, он установил, плагины же он эти установил. А что-то не встала штука. Непонятно. Options, import demos, custom fonts. Да, уж. Странно, она работала. А в Telegram еще не завезли, что мода встроенный? Не знаю. Я у Анончиков скорее спрашиваю, а не у тебя. Comments. Мне кажется, вспомнил. Думаю, что на какой-то версии PHP оно не работало. Может быть такое? PHP 7 типа нужен. Что не работало? Давай определимся, что у тебя. Да вот эта фигня, шаблон этот дурацкий. Сережа. Как называется эта фигня? Да как-то вот X-Store какой-то. Ну да, у них там непонятно, что написано, потому что в System Status у них написано Success, вот PHP version, блин, а тут 8.1, ну да, типа зеленая галочка стоит, это что, я не понимаю. Понизить версию сейчас, наверное, будет сложно, хотя 7.4, да, они говорят. Сергей, ты читаешь? Кнопку Activate нажми. Ах ты чернильница. Кнопка Activate. Вверху нажми кнопку Activate. А ты видишь, там написано так. Activate. Ну, он не активируется. Welcome. Activate. Он перекидывает сюда, говорит его установить. А остановка не проходит. Да. Блин. Ладно. Тогда мы что делаем? Apt remove, да, по-моему? И как там пакет-то назывался, который он ставил? Что ты удалять? Да я PHP буду, наверное, старой версии. Все 7.4 надо поставить. Погоди. Ты сначала, не знаю, погугли там X-Store Core, а PHP version, чтобы хотя бы проверить свою гипотезу, а не основывать свои действия на шизе, который внезапно у тебя всплыло в мозгу. Да почему шизе? Только я не понимаю, как пакет этот назывался. PHP 8.1 FPM. FPM. Сережа, ты лучше посмотри, как посмотреть логи этой хуйни. Да нет там никаких логов. Меня... А нет. Если найду? Ну, хотя должны быть, да. Да не, ну, тут... Наделают этих тем дурацких. Хотя, с другой стороны, ну как же они 8.1, это уже популярная достаточно версия. 7.4. Ой. Так, у меня тоже прогрессирующая деменция. Я не могу вспомнить, как называется хуйня, с которой ебется Сережа. Которая начинается на букву W. А что, пакета такого нет?
apt install WordPress. WordPress, да. Так это тема для нее, это не... Я знаю, но эта тема, наверное, о том, что он не... эта тема не смогла установиться. А как пакеты искать? В логах WordPress. Ты что ты... Пакеты как искать? Апт-сёч. History, pipe, grep, apt-install. Что такое Jammy? Что это такое? Ну да, я думаю, это вся фигня из-за версии. Сережа. Ты предоставь мне доказательство сначала, что это вся фигня из-за версии. Блин, проще, конечно, было бы виртуальный хостинг взять, не париться. Но с другой стороны, я не знаю, это... ls/wp-content. Посмотри, что там лежит. Покажи мне. Да ну, там-то что лежит? Там все эти каталоги с шаблонами и с плагинами. Тема, вон, плагины. Не... Блять. Там, не там. Вообще, я тебя спрашивал из рута. Слэш wp-content. Там нету этого. Такого каталога нет. Рута, да, ну, правильно. Да. Сейчас. Может, я что не так написал? Да не-не-не, ты, скорее всего, все так написал. Просто там... Ладно, пойдем на их форум. Где их саппорт там? А, хрен. Как не работает где-то assistance now, вот. Так, ну-ка. Ну, вот тут какие-то у них эти... Чё, типа, ответов нет? Нет, тут они ему отвечают, установите версию 8.0. Увеличьте время выполнения до 6000. Время выполнения до 6000, так оно и так там увеличено уже. Handle request you to deactivate extortion bullshit plugin on your site, please proceed to install. Just... То, что Max Execution Time стоит большой, ты уверен? Да. Ой, блин, сейчас.
Да все, в общем, я пойду тогда, буду разбираться. Но это не для эфира тема, это вообще какая-то дичь уже совсем уж. А что ты собирался делать в эфире? Да ну, дичь все это. Я собирался запустить эту тему и ее, это там, код посмотреть, как она работает примерно хотя бы. Там кнопочку хотел одну добавить. Проприетарную тему. Угу. Тем временем Вита пишет мне про Docker WordPress и говорит катапультироваться. А что там с докером? Это удобно, да? И тебе подсказали, что все-таки у тебя Max Execution Time не стоит нужный. Загляни все-таки в php.ini. Так, сейчас, секунду. Да нет, как же? Сейчас это... Блин, где это? А что, этот докер там типа все настроено уже? Так, Max Execution Time 120-180, у меня 210 написано. А он там про 6000 говорил какие-то. Чё? Сергей, ты когда полезешь менять Max Execution Time наконец-то? Надо. Там, ну сейчас, подожди. Все-таки тут можно его скачать. Вот что сейчас сам WordPress напишет, сейчас посмотрим. Ну вот, все. Похоже, что удалось его все активировать, удалось, да, получилось. Ну вот, все. Теперь идем сюда. Store widgets. Import. Так, а как докер работает? Это надо просто скачать его и запустить, да? Ну да. Да, вот качаешь, вот просто скачаешь и просто вот запускаешь, и у тебя магазин появляется, и деньги, денежка капает. Да-да. Ну да, смотри, он тут время выполнения, да, он долго все это устанавливает. Ой, господи. Как же это все пишут, а? Это же надо. Вот сколько там файлов? Несколько тысяч же, правильно? CMS-ки в этом. Что?
А, ну вот, вроде все импортировал. Ну, это некрасиво у них сделано, конечно. Какая-то чушь. Так, ну все, сработало. А вот как теперь внести изменения, это придется на следующий эфир отнести, потому что, да уж. И как, чего ты в итоге пытаешься добиться? Да я здесь хотел внести изменения в шаблон. Сережа. Да, в шаблон хотел внести изменения. Внести изменения в шаблон. Ну, для этого открываешь Google и пишешь, как вносить изменения в шаблон в WordPress. Это очень сложно. Это уже не на 13 минут, которые я внес, 12. Ну, для начала ты мог бы узнать вообще, возможно это так, чтобы... Возможно, хоть конечно. Планировать следующий эфир или нет? Это же open source. Да, короче, в этих настройках здесь чокнуться можно. И они тут чат GPT тоже включают все уже. Патчер какой-то. Да, ладно. Ну что, давай, Сережа, за поддержку эфира, за поддержку эфира с тебя. Небольшая сумма пожертвования голодному человеку на твою совесть. Сам выберешь сумму. Да, так и знал. Опять я попал на деньги. Ну а как же иначе? Смотри, какие комментарии нам написали. Кошмар. Какой кошмар. Какие комментарии похабные. Ладно, все. Завершаем. В следующий раз будем настраивать. Всем спасибо. Буду продолжать разбираться с этим. В следующий раз приду более подготовленным. Не буду так позволять. Не придешь. Не придешь. Ужасно. Приду.